Сегодня мы, короче, в ночную поехали за плотвой. Дамба, Финский залив. Южная дамба с городской. Подошли к форту Павлу. Наверное, километра полтора прошли. Вот, короче, первая поклевочка уже есть. Плотвичка. И вот такая штучка появилась. Ну, ладошечный вариантик. Но все равно приятно. Продолжаем, ребята, давайте. Ребята, короче, ловим плотву, но плотва не очень ловится. Подошел к Диме, Дима тут уже порит вовсю. У него уже 10 корешек только будет за час. О, ништяк. Короче, сейчас, походу, переключимся с плотвы на корешку. И будем ждать плотву. Одну удочку поставлю, наверное, на плотву, остальную на корешку. Метр от льда, метр от льда. Надо к мужичкам пойти тоже посоветовать. Да пусть порят, не? Да, пусть. Вот, ну ладненько, все, Миша. Ой, Дим, пойду. Я же запутался уже, Миша, Дим. В эйфории, да? Да я в эйфории уже, да. Надо, блядь, пороть эти тоже. По жопе эту корешку. Ну ладно. Все. Ребята, привет. Вы на канале Просто Хобби. И мы сейчас на ночной ловили плотвы на Финском заливе. Уже одну рыбку поймал. Сейчас нарезаю мясо на корешку. Только что поклевка была. Ребята, ждем. Это Финский залив. Может подойти крупная плотва. Но пока одна ладошечная. В общем, ждем. Поклевки есть. Ловим мы на дамбе. Финский залив. Недалеко от форта Павел. Вот, сейчас попробую нарезать мясо на корешку. Чтобы потом с утреца хорошо половить. А может быть и сейчас. Оставайтесь на канале, ребята. Сейчас будет интересно. Приехали бы, значит, сегодня троем. Я, Дима Косолапов, Стас Молчанов еще тоже с Яскелева приехал, но он там ближе к берегу ловит. Потом попозже у него узнаем результат, что у них там. Но я думаю, сегодня будет очень хорошо. Ребята, сегодня крещение. Вас с праздником. Мы тоже крестимся по-своему тут. Ловим рыбку. Выходной один, поэтому приходится жертвовать праздниками, не праздниками. Короче, ждем крупную рыбку, ребят. Я пока быстренько нарежу сейчас мяско. Он заморозится. Сегодня минус 10. Обещают до 12. До 13. Короче, посмотрим. Хотим сегодня и корешки половить, и плотвы наловить. День сегодня будет сложный. И ночь, и день, и ночь, и день.
поклевки есть, но какие-то единичные, слабенькие. Сейчас прикормимся, нарежем мяско и будем фигачить. Может, к 11-12 рыбка подойдет. Не переключайтесь, оставайтесь на канале, дальше будет интересно.